Ну что, антикварщики, всем привет. Сейчас иду на очередную сделку. Позвонил мужичок, и у него кое-что интересненькое. Назовем нагрудный знак. Посмотрел цены на него в интернете. Очень интересные. Там в нескольких вариантах он идет. Ну посмотрим. Я, как всегда, на сделку прихожу первый. Это залог успеха всегда. Люди не должны ждать. Вы должны ожидать. Задавали вопрос по поводу монет и инвестиционных, то, что я покупаю. Ну и что? Ну и покупаю, ну и хорошо. Ну и отлично, вам показываю. Уже какое-то количество людей замотивировалось. Вот, ничего в этом криминального нет. Наоборот, мы создаем капитал мощный. Сейчас мы немножко прилагаем усилия, а потом будем кайфовать, как я сказал во вчерашнем видео, и будем пожинать плоды. Так что, друзья, вот такая история. Погода нас, как всегда, радует. У меня всегда акцентик насчет погоды. Четко, мощно все. Я в шортах, в футболке. Вообще зашибезно. Некоторые люди, как всегда, запакованные ходят. Вообще непонятно, почему так. Ну, как-то так. В общем, сейчас ожидаем человечка и посмотрим, что же нам принесут. Потому что его нагрудный знак там в нескольких исполнениях идет. Ну, поглядим, посмотрим, в общем. Все, я жду. Ну что, антикварщики, поздравьте меня. Купил вот такой суперский просто ромбик. Это у нас Одесский институт инженеров морского флота. Он оказался в серебре. Я, конечно, просто в восторге. Мужчина озвучил стоимость в 500 гривен. А теперь представьте, самое интересное, ему на рынке предлагали 200 гривен. Это просто жесть какая-то. Теперь вы понимаете, как работает скупка на рынке 200 гривен. А теперь, друзья, самое интересное, вы только представьте себе, цена такого ромбика на данный момент составляет 2900 гривен. Я зашел, посмотрел в интернете, самый высокий проход по этому ромбику 2900. Зачетненько? Я думаю, что да. Посмотрите, он просто красавчик. Он еще в серебре, он номерной идет. Так что нам сегодня подфартило. Итого мой доход, в принципе, 2400. Ну, могу я его поставить и за 3000 гривен. И получится 2500. Такие вещи улетают, ребят, вообще на раз, два, три. Вещь очень достойная. Номера я никогда не показываю на своем канале. Оно не нужно. Кому что он был выдан. Так что вот такие дела. Выгодно ли заниматься антикварным бизнесом? Конечно, выгодно. Это зимой коллапс будет просто. Отопление подорожает. И людям просто нечем будет платить. Вот и думайте. Будут ли выносить или нет? Конечно же будут. Самое главное, это четкая реклама должна быть. Грамотная. Так что покупочкой, но я очень-очень доволен. Так, здесь идет ремонт. Детский садик ремонтирует очень-очень так. Поэтому пищали там, скворчали. Сейчас иду вот по такой тропиночке. Может быть, кто-то узнает, здесь кто-то живет. Вот такой ремонтик у нас идет. Я вечно хожу с этим телефоном, большой, зараза. Надо уже как-то переходить мне на GoPro, потому что там камера маленькая. Вот, а на телефон вечно смотрят, как на кого-то. В общем, вы поняли, народ еще не очень привык. Либо Соньку надо покупать, белую вот эту экшн-камеру. То, что в основном все пользуются уже блогеры. Как-то так.
офигенский просто нагрудный знак, шикарный, просто зачетный, друзья. Очень-очень доволен. Вот так вот делается кэш. Вот так вот можно заработать на какие-то свои нужды, предметы. Сейчас надо будет прийти монтировать ролик. И вы, как всегда, в 6 часов все узнаете. За несколько минут сделки мы заработали 2400. На данный момент. А я думаю, зимой можно выставить его под Новый год за 3 где-то, за 3200, самую такую высоту пробить. Вот я никогда не отдаю такие вещи по дешевке. В общем, вы меня услышали. Все, друзья, вечером в 6 часов, как всегда, увидите. Ну а мы пошли дальше работать.